Сотрудниками управления МВД России по Тверской области пресечена деятельность лжегазовщиков, которых подозревают в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. По имеющейся информации, 33-летняя жительница Твери создала группу из 13 человек. Злоумышленники приходили в дома и квартиры, где проживали пожилые люди, представлялись сотрудниками газовой службы и под предлогом обслуживания газового оборудования осматривали плиты, а затем заявляли о необходимости срочной замены газоанализаторов. Получив оплату в размере от 15 до 30 тысяч рублей, фигуранты устанавливали в квартирах обычные датчики задымления, после чего скрывались. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предполагаемые организаторы и несколько активных участников противоправной деятельности задержаны нашими сотрудниками в офисе, который расположен на улице Лидии Базановой города Твери. В настоящее время 5 фигурантов заключены под стражу. В отношении остальных избраны меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По версии следствия, сообщники предъявляли потерпевшим документы, списки на установку оборудования, предлагали сделать скидку, чем вызывали доверие у пожилых граждан. В ходе обысков обнаружены изъятые рабочие тетради, обучающие памятки, датчики, кассовые терминалы, спецодежда для газовщиков и другие предметы, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела. В настоящее время установлено 34 факта мошенничеств, предположительно совершенных задержанными. Имеется основание полагать, что фигуранты могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям. Предварительное расследование продолжается.